Ладно, любовь у вас есть? Так, не знаю. Может есть, может нет. О, все раздельно, потому что не общаетесь. Так, то Настя отдыхает отдельно. Хорошо, почему без Насти? Потому что мы отдыхаем друг от друга. Она в номере, там, кушает, ходит без меня. Я то же самое. Настя беременна, и ты должен понимать. Да, я понимаю. Главное не слушать окружающих. Окружающих не слушаем. В Турции никого нет, поэтому тут мы вдвоем. Мы не ругаемся, у нас реально нормальный диалог. Просто холодный, и все. Холодный нормальный диалог. Привет. Кто выиграл свадьбу на миллион? Здрасте, приехали. Вы что, блюминкранцы сегодня вовсю уже празднуют, кто выиграл? Не надо слушать никого. Делай, как подсказывает сердце. А ты ведь любишь ее. Так я и делаю, как подсказывает сердце. Я никого не слушаю вообще абсолютно. Так, понятно, нет, ну это понятно. Просто знаешь, как ей тяжело это слушать. Так, Настя испортила твою репутацию. Ну, ладно, ничего страшного. Ребятки, ну хватит ругаться. Да, не ругаемся мы уже, нормально все. Что делать будешь? Мне жаль тебя. Да ничего, жить как-то дальше. Что делать-то буду? Жизнь, что ли, на этом заканчивается? Дальше жить. Привет из Самары. Самаре привет. Где в Турции? В Белеке. Через какое время вы разойдетесь? Странный вопрос, как на него ответить? Никита, ты молодец. Настя очень хорошая девушка. Молодец. Как ваша мамочка? Мамочка, все хорошо, спасибо. Очки нас... не вижу, привет из Саратова. Избаловал ты Настю. Одни капризы и недовольство с ее стороны. Ну да, то, что недовольство постоянно с ее стороны, это факт. Ладно, давайте на вопросики поотвечаем. Смотрим, да, очень часто ругаетесь, а ведь еще не родила. Да, действительно ругаемся, взаимопонимания вообще абсолютно никакого нет, но так как нет камер, никто нас не драконит, мы не оскорбляем ничего, то есть спокойно проводим время, просто она в одном месте, на одном краю пляжа, грубо говоря, я на другом, то есть мы как бы не ругаемся. Веришь в магию? Нет, не верю. Никит, сними очки. Хорошо, снимаю очки. Где учился? В МосВоку, это военное училище, а также Московский институт экономических преобразований. Привет. Зачем вести свою жизнь на показ? Ну, да, я не хочу. Учился в МосВоку, да, в МосВоку. Не хочется вообще абсолютно на показ вести свою жизнь. Это факт, но мы находимся на телепроекте, никуда ничего не спрятать. Вы вместе? Да, мы вместе. В одном номере живем. Домой когда? Четвертого, домой обратно. Может, на время уйти с проекта? Я предлагал ей уйти с проекта, она не слышит меня. Я очень люблю проект, мне он очень нравится, офигенно. Вот, но... Как бы... Даня и Таня ушли, потому что настало время. Никит, что самое главное для тебя в девушке? Ох, самое главное... Ну, главное, много чего, так одним словом не ответить. Вот я могу сказать там уважение, там, не знаю, там верность, мозг, чтоб не делала. Но я понимаю, что это не к качествам относится, наверное. Уважение, ты можешь уважать человека, можешь не уважать, это не качество. А качество – это мудрость. Вот мне хочется сказать мудрость. Я хочу мудрую девушку, правда, мудрую. Потому что я сам по себе человек эмоциональный, быстро взрываюсь. Как относишься к Безверховой? Да нормально отношусь к Безверховой, что у нас нет с ней никаких проблем. Свадьба будет с Настей? Свадьба будет с Настей. Ну, все может быть. Это сейчас... Так, ты хороший. Мне кажется, это высокомерная, глупая особа. Да не, она тоже хорошая, просто нам очень тяжело вместе и все. Мне кажется, Насте нужна правильные советы. Наверное, да. Ты не сможешь с ней жить. Да, мы тоже это понимаем, что я не смогу, а она говорит, что она не сможет с вами. Прими нас. Кого у вас принять? Давай приму. Куда принять-то?
Без взаимопонимания вы далеко не уйдете, это факт, да. О! Подожди. Привет, Моськин. А чё, вы где? Мы на озере. О, где? Кайф вообще. А где на озере-то находится? А сужерина нет, по-моему. Покажи вам, я не понимаю, как ничего там не видишь ничего. Видишь, нет? Вижу, да. А где озеро-то? Где находится на озере, на озере-то? А поэтому, какое шоссе мы ехали? По Пятницкому шоссе Вова нас привез тут. Вот, видишь, вот тут Вовчик бродит. Привет. Привет, Володька. Паша сидит. Скажи ему. Привет. Привет, привет, Володь, привет. Слушай, ну что, как дела? Как погода? Нормально. Сегодня 36 градусов. Сегодня хотел до Анталии доехать 60 километров, но проехал 7 километров и понял, что больше не могу. По жаре такой ехать. А мы вот решили тоже мясо поесть, порыбачить, посидеть как бы. Да вы рыбачите чуть ли не каждый день. Ну, любишь рыбалку, да, Володь? Да нет. Ну мы же не вместе-то не выбирали судно на рыбалку. А сейчас вон. Не, я не. Повар главного. Ну ладно, вон. Скажи, что ты. Вот у нас повар стоит, видишь? Кристиныч, привет, систер. Hello. Привет, слушай, я просто... Как отдых? Отдых, кайф, я просто думаю Турцию, наверное, продлить числа до 10-го. Один? Ну, у Насти дела там, да, она поедет, наверное, 4-го домой, у нее там институт, что-то там и так далее ей надо, да, вот. А я, может быть, продлю, может быть, нет. Не знаю пока еще. Ну, правильно отдыхать, конечно, что ты сделать-то? Продлевай, что ты? Поэтому надо... Не знаю, у мамы там какие-то настройки. А ты видишь нас вообще? Я-то вас вижу, у меня все прекрасно вообще, да. А почему-то нам не видно, что двойной эфир, как мы в тот раз говорили. А, я сейчас посмотрю. Mm-hmm. Ну, потому что он вопросы вот это встал, то ты не видно ничего. Разговариваешь сейчас. Угу, да. А, все видно. Блин, у нас 36 градусов, прикиньте. Вообще пипец. Нет, нас видно. Жара конкретная. Конечно, продлевай. О, я вижу нос. Нос. Я нос мамы вижу, очки, лоб. О, о, теперь лицо вижу. Давай я. Вот так видишь? Нет. Так он говорит. Вот, все, ништяк. А я просто... Да, привет. Отлично. Я не люблю просто рыбу речную, там, из пресной воды, потому что она отдает этим... Ничего не отдает вообще. Офигенно. Ничего не отдает. Ничем не пахнет. Пахнет, отдает, мне не нравится. Я осетрина пахнет хорошо. Ну вот осетрина тем более воняет. Я ее прям ненавижу вообще. Мне не нравится осетр. Поэтому я люблю больше морскую рыбу. Никита, как ну, сына назовешь или дочку? Так, а где Настя? Ладно, давай, чувак. Ну все, у вас хорошо все там? Кайфуйте, давайте, я пообщаюсь пока с своими подписчиками. Не надо мой телефон. Хорошо, да. Давай, Никита, с хорошего отдыха, не заморачивайся вообще. Давай, все, пока. Давай. Мамочка, дай бог здоровья, спасибо. Мамуля, привет, как вы... На маму похоже. Алоха, алоха. Привет, как у вас дела с Настей? Окошко у тебя стоит. Где у меня окошко стоит? Я не вижу. Так, свадьба будет с Настей? Так, все может быть. Так. У вас с Настей будет. Так, мирись. Мирись с Настей. Да мы и не ругались. Дальше что у нас? Свадьбы быть или только роспись? Или вообще пока тишина? Третье. Да, и да, и нет. Вот. Дальше что? Почему? Отдельно отдыхаете, ведь вы семья. Ну, потому что люди тоже ругаются и отдельно отдыхают. Почему Настя сказала, что вы отдыхаете отдельно? Ну, потому что это так, вторые сутки уже идут.
Дальше. Так, как твоя мама? Самочувствие. Самочувствие хорошо, в ремиссии, все анализы сдали. Через 3 месяца будем контрольное обследование. Привет из Тюменской области. Привет. Ты общаешься с Захаром? Ну, редко. Привет из Тюменской области. Кольца купили. Как мамочка себя чувствует? Хорошо. К психологу обратитесь. Привет со Ставрополя. Ставрополю привет. Почему семья твоя не говорит, иди и мирись с Настей? Как можно на отдыхе быть отдельно? Так, надо меняться ради друг друга. Главное не расстраивать. Не расстраивать. Все. Бать маслок, и что оно тебе дало? Мусвоку мне дало определенное воспитание, определенную дисциплину, вот, но, конечно, мозгов оно мне не прибавило, и дало определенные связи. Сейчас вот у меня, правда, я и меня не пользуюсь, ни с кем практически не общаюсь, но вообще не жалею, правда. Если есть возможность поступить в какой-нибудь приличный хороший институт, то тогда я бы не ходил бы в Мусвоку. Если нету, тогда иди в Мусвоку, но предупреждаю, сразу будет очень тяжело. Максимально тяжело. Самое тяжело, что было в твоей жизни, будет вот так вот. И если будешь спортивно подтянут, то будет хоть чуть-чуть полегче. Никита, почему не принял запрос? Так, хорошо, беременна. А где Настя? Настя в номере. Как дела, братан? Смог, пойду скоро, может быть, в зальчик схожу, позанимаюсь. Или на море пойти купаться, не знаю, что делать. Или в волейбол пойти поиграть. Ну, одним словом, кайфую. Привет. Ты секси, спасибо большое. Никита, кто-нибудь говорил, что ты похож на Джаред Лето? Говорили, да, я это знаю. Вот, часто это говорили мне, да, спасибо. Давай побухаем. Давай. В Московском часто бываешь? Уже нет. Раньше продал квартиру там. Раньше, да, продал квартиру там. Ёпростая. Почему она говорит, что вы отдельно отдыхаете? Ну, мы в одном номере, в одной гостинице, а так отдельно, да, кушаем и все, и так далее. Привет из... Не успел. Не понимаю, какой отдых, честно. Я тоже не понимаю, честно, но... Не-а. Салам, Никита из Осетии. Что ел сегодня? Сегодня и суши ел, и завтрак очень вкусный был, там, с плюшками разными, пампушками. Привет, Никита, все будет хорошо. Это все гормоны, терпи. Так, ладно, Артемовск, Украина, с тобой. Спасибо, Артемовск. Так, привет из Хабаровска. Так стрёмно, приехали на отдых и ругаетесь. Пипец, не говорите. Думаете, хотим ругаться, мы это не специально. Новую девушку рассматриваешь? Нет. Никита, можно твой номер телефона? Нет. Никита, не смеши. Не смешу. Привет из Саратова. Привет, Саратов. Почему отдельно? Ёпрсте. Ругались и все. Чего отдельно? Не отпускай ее домой. Одно, она беременна. Ну да, я тоже, наверное, с ней поеду. То есть не буду пробивать Турцию, поеду с ней. Но просто, получается, я поеду на проект, а она поедет в Ставрополь, у нее там дела по институту, вот поэтому. Поздравлял Валеру со свадьбой? Да, поздравлял, конечно. Так, приветик из Краснодара. Привет, пригласи ее на ужин. Так, беременность – это не болезнь. Да, согласен. Игнор, игнор. Гормоны ни при чем. Мозги иметь нужно. Кто больше хочет мальчика? Кого больше хочешь, мальчика или девочку? Девочку. Так, почему не на свадьбе? Потому что мы в Турции. Как отель стоит посетить его? Еда норм. Отель норм. Стоит посетить. Еда норм. Есть секси-девушки, немки, например. ХЗ, я не знаю, ни на кого не смотрю. Что опять поругались? Так, это не гормоны у Насти, это воспитанность. Никита, где твоя Панама?
На лице жара, да, я весь красный уже. И чувствую, что сегодня под солнышком что-то, походу, там немножко перегрелся. Турции привет, привет, привет из Италии. Терпение тебе, Никита, спасибо. Никита, Настя, тебе недостойная. Так, не думаю над, не думал над именем. Так, ладно, езжай с ней, Симферополь, Ставрополь. Никита, привет, Хабаровск. Ты, спасибо. Привет, ей не хватает мудрости, это факт. Никита, трудно на проект попасть. Ну, сейчас да. Ты милый очень, спасибо. Вы снова поругались уже по приезду. Да, привет из Томска. Лучше бы с мамой съездил отдохнуть. Маме нельзя просто. Передавай привет Ангелине. Слишком долго выбирал. Так, дальше не успею. Как относишься к ситуации в Беларуси? Очень негативно. Ты красивый. Спасибо. Ладно. Девчоночки, мальчишечки, а также их родители, сестры и все дела. Я пошел заниматься спортом, а то я в режиме. Настоящий мужчина, спасибо. Вот. И потом попозже увидимся. Зайду еще в прямой эфир. Все, пока-пока.